Уже несколько дней подряд в Смоленской области отмечается увеличение числа заражений коронавирусом за сутки. На 12 января зафиксировано 125 новых случаев, а предшествующие два дня этот показатель только подбирался к 70. Отметим, что еще 9 января по области было зарегистрировано всего 50 новых случаев заражения ковидом. 8 человек справиться с болезнью не смогли. В Десногорске тем временем ситуация остается стабильной. На сегодня на больничных листках с ОРЗ находится 95 человек, с новой коронавирусной инфекцией 25 и с неподтвержденной ковидной инфекцией 15 человек. В стационаре на утро 51 пациент, 17 с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Новая волна коронавируса, еще яростнее прежних, уже накрыла Европу. Вирусную атаку ожидают и на территории России. Врачи призывают встретить опасность в полной готовности, не откладывать процедуру вакцинации, а также восстановить уровень антител повторной прививкой, если для этого настало время. В соответствии с национальным календарем прививок, по эпидпоказаниям, повторная вакцинация против коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, осуществляется через 6 месяцев. Вакцина «Спутник Лайт» имеется в медсанчасти в достаточном количестве. Мы можем ревакцинировать всех, кому ревакцинация показана. Прививочный кабинет находится на первом этаже детского отделения. Это самый наш дальний корпус, если идти от поликлиники для взрослых. Вход со стороны входа в детское отделение, указатели там есть. Прививочный пункт работает с 8:00 до 15:00. Мобильные бригады выезжают в трудовые коллективы по заявкам предприятий.